погодные условия отразились на движении междугороднего транспорта. Как раз сказали нам в администрации автовокзала, перекрыта дорога на Мелитополь, не работает автовокзал Мелитополя и Приморска. Если ехать в сторону Запорожья, то, как нам объяснили на автовокзале, автобус будет опаздывать на 1,5-2 часа. Единственное, чем обеспечено сообщение, это с пригородом и с некоторыми селами Куйбышевского и прилегающих районов.